Мотивы уральских сказок переведены на современный лад. Выставка, посвященная писателю Павлу Бажову, начинается с ярких иллюстраций, выдержек из графического романа, вышедшего в свет в 2022 году. В легком формате комикса пересказана вся биография творца. Издание состоит из 4 частей – от строк про раскрытие творческого потенциала Павла Петровича до фанфиков о том, как Бажов и его герои могли бы поступить в разных жизненных историях. На создании сборника корпели 23 художника и 6 авторов текста со всей России. Соответственно, работа довольно интересная, но 18+, поэтому надо быть крайне осторожными, когда вы смотрите и знакомитесь с творчеством. Ну и вторая часть – это огромная история про Урал, потому что Бажов всегда считал, что его биография малозначительна по сравнению с тем наследием Урала, которое он создает. Экспозиции этой части выставки рассказывают о красоте Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих и сильных духом ремесленниках. Архивные фотографии с документальной точностью доносят до зрителя, что окружало писателя с детства, воспитывало его мировоззрение. Через полотна можно ощутить исторический контекст, который породил образы и атмосферу легендарной малахитовой шкатулки. Выставка дополнена, да, сопровождает материалы из фонда Ульянского областного краеведческого музея имени Ивана Александровича Гончарова. Представлены уральские камни, самоцветы, минералы из коллекций сибирского краеведа Петра Михайловича Языкова и ульяновского краеведа Сергея Емельяновича Бирюкова. Это одна из интерпретаций выставки, созданной Объединенным музеем писателей Урала. Впервые зрители увидели экспозиции в 2018 году. Сейчас же историческое наследие добралось до ульяновской земли. Это положило начало крепкой дружбы родины писателя и областной столицы. Подписано соответствующее соглашение. Мы рассчитываем на то, что ваши жители ульяновской земли, и, наверное, может быть, перечитают, может быть, возьмутся за письма Бажова, снова познакомятся с новыми какими-то гранями личности и творчества Павла Петровича. Окунуться в мир Павла Бажова ульяновцы могут до 3 сентября. После начнется подготовка к еще одной выставке. Она будет посвящена творчеству Ивана Александровича Гончарова. В основу ляжет образ мастера, героя знаменитого романа «Обломов». Экспозиции планируют представить уже на уральской земле. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.